Жители областного центра продолжают собирать гуманитарную помощь для пострадавших из Иркутской области. В региональный штаб молодой гвардии уже принесли более 50 килограммов вещей. Как говорят волонтеры, одежды уже достаточно. Сейчас нужны продукты длительного хранения. Их можно приносить на Володарского 47. В ближайшее время все собранное поездом отправят в Иркутскую область. Бесплатно доставить гуманитарную помощь пострадавшим готова Почта России. Наши сотрудники все проинформированы, окажут консультационную поддержку и скомпонуют данную посылку. Мы только на этом отделении, на центральном нашем отделении, уже собрали более 60 килограммов продуктов питания, которые наши сотрудники уже сейчас готовы отправить пострадавшим. Напомню, из-за дождевого паводка в Иркутской области подтопленными оказались свыше 10 тысяч домов. В результате стихии погибло более 20 человек. Ликвидировать последствия наводнения помогают больше 1000 добровольцев, в их числе и тюменцы.